передайте Сталину, чтобы не покидал Москву. С Владимирской иконой Божьей Матери обойдите столицу по границе от края до края. И немец не войдет в Москву. Все изменится. Матрона Московская, октябрь 1941. Американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой. Ванга, октябрь 1939. С древнейших времен к слепоте относились с суеверным страхом и уважением. Все были убеждены, слепые видят, только видят они совсем другой мир, мистический, потусторонний. Герой древнегреческой мифологии Тересий был ослеплен богиней Герой за то, что открыл тайну богов смертно. Но Зевс милостивился над юношей и наделил слепого Тересия даром провидения. Фиванский прорицатель прожил 7 земных жизней. Он понимал язык птиц и зверей, ходил с посохом, который сам выбирал верный путь. Он не утратил пророческих способностей и после смерти. Одиссей спускался в Аид, чтобы услышать предсказания Тересия о будущем и о своей страшной смерти. Для нас, смертных, конечно же, важно как, но куда важнее когда. Но пророки и ясновидящие говорят с нами на языке образов и символов. Кодируют информацию. Кассандра, Орлеанская дева Жанна д'Арк, Нострадамус, Ванга, Матрона Московская. Знаменитые ясновидцы и прорицатели. В мировой истории около 300 имен. Россия, Тульская губерния, 9 ноября 1881 года. Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии, в 20 километрах от знаменитого Куликова поля. Родители Дмитрий и Наталья – крестьяне, жили в страшной нужде. В семье уже было 4 детей, 2 брата и 2 сестры. Поэтому 5-го ребенка еще до рождения мать решила отдать в приют князя Голицына. Но за 3 дня до родов увидела Наталья вещий сон. Дочь явилась матери в образе голубки с человеческим лицом и закрытыми глазами. Девочка родилась слепой. Приняв сон за Божье знамение, набожная крестьянка отказалась отдавать ребенка в приют. Дети ее очень травили в деревне, потому что она слепая. Она выйдет там погулять, сядет где-то, они ее заведут в крапиву. Это матушка рассказывала. Ну вот, и ну, как она будет выбираться оттуда. Она разговаривала с цветами, как вот бывает, дети разговаривают с цветами, с травками, с кошками, с собаками. Вот она также понимала язык трав, цветов. Македония, Струмица. 3 октября 1911 года. В старом доме на окраине македонского городка Струмице в семье бедного болгарина Панда Сурчева появился первенец, девочка. Она родилась 7-месячной, с неразделенными пальчиками на руках и ногах и не подавала голоса. Ребенка завернули в овечью шкуру, оставили около печи. По древней македонской традиции ребенку не давали имя, если не были уверены, выживет ли он. Но однажды ночью, спустя 2 месяца, ребенок громко расплакался. Мудрые бабки сообщили, ребенок наконец-то родился, пора идти за именем. Опять же, по старинному обычаю, кто-то из семьи должен выйти на улицу и спросить у первого встречного, какое имя дать ребенку. Вангелия, Ванга, сказал неизвестный прохожий.
переводе с греческого это «приносящая добрые вести». Она слепая, это известно, но она видит тех, кто уже ушел. Когда люди начинали жалеть Матрону, что вот она не видела, слепая совершенно, что она не видела ничего. Она говорит, нет, мне Господь давал на некоторое время, открывал глаза, я видела всю красоту земную, и небо увидела, и облака увидела, и деревья, и травку молодую, и птичек такую. Я все это видела, меня жалеть не надо. Крестили ее в церкви, которая стояла рядом с домом. Назвали Матроной в честь греческой святой Матроны Константинопольской. Во время крещения священник опустил ее в купель. Над младенцем поднялся столб благоухающего дыма. Чудо, зашептали прихожане. А батюшка Василий сказал, я очень много крестил младенцев, но такое вижу в первый раз. Она будет провидицей. Македония, Струмица, 19 августа 1923 года. Ванге 12 лет. Она возвращается в село с двумя двоюродными сестрами. И тут случилось непредвиденное. Небо потемнело. Штормовой ветер с корнями вырывал деревья и разбрасывал по всему полю. От земли к небу поднялся змеевидный столб пыли. Вихрь бросил онемевших от ужаса сестер на землю, а Вангу унес на 2 километра в поле, засыпал песком и глиной. К вечеру радужная оболочка глаз Ванги побелела. Ванга ослепла. Что Ванга пришла рассказывать? Шла она себе по улице, как говорится, Булгакова принос подчиняла, никого не трогала. Вдруг налетел вихрь, закружил ее и трахнул головой об забор. И после этого стала она святая и прозорливая. Ну, извините, Бог, в который верят христиане, так себе пророков не призывает. Никому в истории церкви и в Ветхом Завете кирпич на голову с неба не падал, для того, чтобы Исаия стал Исаией, и Иеремия стал Иеремией. Так что это уже шуточки Воланда. Давай философский вопрос. За что тут церковь-то винаги себя старала да... Это философский вопрос. Церковь всегда пыталась отнять, перевести на себя любовь людей к сильным, к духовным лидерам. Потому что, к сожалению, духовными лидерами в Болгарии являются отнюдь не церковные лидеры. Да и духовные лидеры всего человечества тоже, к сожалению, не священники. И церковь ревнует, если люди признают духовным лидером не того, кто облачен в рясу, не того, кто посвящен в церковные таинства. Понимаете ли, что касается матушки Матроны, то... Там много было сомнений. Они сейчас отметены. Но сомнений было очень много. И вот ее такая прикладная роль, благодатная, сомневались в этом. Ванга и Матрона, благодаря тому, что Бог лишил их физического зрения, у них было духовное зрение, и они находились одновременно, видели и наш мир, и тот мир. А народ лучше становится или хуже? Он, наверное... Хуже. Все хуже и хуже. А от чего он становится хуже? От неба. Христос что говорил? По делам их узнаете их, а они Бога забыли. Я сражаюсь с колдунами и знаю. Вошел в союз с силой зла. Занялся чародейством. Выхода для тебя нет. Бабки-шептуньи, они одно лечат, другое душу калечат. Матрона Московская. Предсказывать Матрона начала с 6 лет. Однажды девочка проснулась и говорит матери, «Подготовьтесь, у меня скоро будет свадьба». Позвали священника, он причастил Матрону. Через несколько дней началось шествие подвод и повозок к дому Никонова. Везли больных, покалеченных, и все спрашивали слепую деточку Матрону. Она читала над ними молитвы и очень многих исцеляла. Что же это, задавалась вопросом мать. Откуда столько больных и немощных? А Матрона отвечала с грустной улыбкой. Я же тебе говорила, что будет свадьба. Это жених сватов засылает. Македония, Струмица, 13 сентября 1939 года. В
Ванга заболела плевритом. 8 месяцев жизнь висела на волоске. От долгого лежания все тело покрылось ранами. Ванга умирала. Сестра Любка пошла за священником, а когда вернулась, от неожиданности уронила кувшин. Ванга, бледная лицом, усердно мела двор. Посмотрела сукоризной на сестру, на священника и сказала: «Нужно навести чистоту, потому что скоро сюда будет приходить много людей». Нам сказали, что нельзя ехать к Ванге вот сразу после смерти. Нужно ехать только после того, как исполнится 40 дней после смерти. И мы с папой поехали. Маленький домик. Ну, в общем, там домик-то, конечно, не совсем маленький, а довольно, ну, обыкновенный такой сельского типа дом. Узкая дорожка к терраске. Когда сидели, она стала рассказывать, а потом вдруг она говорит: «А почему мы маму кремировали?» Это было так как-то прозвучало странно. «Ванга, а как вы узнали?» «А они по-разному приходят». «Как по-разному?» «Ну, когда человека кремируют, то сначала появляется дым, какое-то облачко дыма, а потом в этом облаке проявляется человек». СССР, Москва, 5 марта 1925 года. В Москву Матрона переехала в 25 году. Не могла больше принимать ходоков в маленьком Себине, в доме, где живут родные. Боялась, что их арестуют. Когда матушка переехала в Москву, а в Сокольнике, она жила в таком домике, дощатый домик, все. Я приехала, а там топится печка и пар, потому что все промерзает. Я вошла в этот пар и вижу, что матушка лежит на кровати, а повернуться не может. Волосы примерзли к фанере. Ну, как вы думаете? Я заплакала и говорю: «Матушка, почему же вы никогда не просили? У нас 45 метров квартира, отец сидит, братом в армии, мы с мамой вдвоем. Что же вы не просили?» «Я не просила, Бог не велел, чтоб ты потом не жалела». Необыкновенная перемена произошла с Вангой. За несколько часов она изменилась до неузнаваемости. Во сне к Ванге явился всадник на белом коне и сказал: «Мир скоро перевернется, много народа погибнет, потеряется. Ты будешь стоять на этом месте и вещать о мертвых и живых. Не бойся, я буду говорить тебе, что вещать». Она представляла себе смерть в образе красивого молодого воина в золотых доспехах, а не как нечто устрашающее, как порой представляем себе мы. По ее мнению, каждый сам создает собственный образ смерти. Для одних людей смерть страшная, для других красивая. Все зависит от того, как человек жил, каковы его помыслы, такая и смерть. Говорят, что Ванга не спала целый год. Толпы обезумевших от страха и горя людей шли к ней только с одним вопросом – жив или погиб? Она говорила: «Я не старица, я не пророчица, я посланец неба». Она никогда не спала на подушке. Она вот так вот облокачивалась на руку и дремала. Не спала. Ночью она молилась. Молилась за Россию. Во сне к слепой Матроне Никоновой спускается ангел и говорит: «Будешь пророчествовать, ибо великое зло идет по земле. Будешь видеть поля сражений, всех, кто погиб и кто выжил. Укрепляя людей в вере, вернешь их к Богу». С первых дней войны под угрозой ареста Матрона принимала до 40 человек в день. Ей задавали тот же вопрос, что и Ванге: жив или погиб?
Москва. Зима 41-го года. Заминировано все. Метрополитен, Большой театр, гостиницы и вокзал. Правительство в Куйбышеве, поезд Верховного Главнокомандующего стоит под парами. Казалось бы, ничто не мешает фашистским войскам войти в город. На устах у москвичей послание Матроны. В этих словах последняя надежда. Передайте Сталину, чтобы не покидал Москву. С иконой Владимирской Божьей Матери обойдите столицу по границе от края до края. И немец не войдет в Москву. Все изменится. Сталину в тот момент было плохо. И он понимал, что спасти его может только чудо. Правительство уже эвакуировалось в Куйбышев. Все было готово для отъезда в Куйбышев. Вот. И вот в этот момент он поймал какой-то голос, что если он уедет, то он может потерять страну. Сталину донесли слова московской блаженной. Он приказал поднять икону на самолете и облететь с ней всю Москву. Кремль Сталин так и не покинул. Я убежден, что спасло Россию. Я убежден в этом. То есть Сталин обратился: «Боже, спасай!» Просто так, как «Ах, Боже мой!» Вот как это значило. «Господи, помоги!» Вот что он сказал этим жестом. И наш народ отмолил Россию. Он был, извините меня, не выпускником ПТУ. И не на фрезеровщика учился. И не на токаря, и не на пекаря. Да? Он 11 лет учился на священника. И очень хорошо знал. Он стал священником всей страны. Братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия. А если не кается, гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь. Матрона Московская, 1941 год. Ванга предсказала точную дату и время смерти Иосифа Сталина. За это предсказание ее посадили в тюрьму. От неминуемой гибели Вангу спасло только то, что вечно живой отец народов умер. Случилось это с точностью до минуты, как и предсказывала Ванга. Это очень страшная должность быть человеком ясновидящим на нашей земле. А в нашей стране и подавно. Болгария, Петрич, 16 августа 1955 года. К ней пошел солдат ее забирать, арестовывать, потому что уже твердо решили, что она не может быть на свободе. И этот солдат пришел домой к ней ее уже арестовывать. Она сидела в углу, и она ему сказала: «Ну что, чем ты занимаешься? Ты пришел меня арестовывать, я от тебя никуда не убегу. Беги скорее домой, твой ребенок тонет в колодце». Он сказал: «Ладно, не заговорю». Она говорит: «Ну вот, запри меня, я никуда не уйду, но беги, опоздаешь». Он помедлил, что-то еще торговался, он пришел, действительно, трехлетний ребенок его утонул в колодце. И может, если бы он сразу... И он явился в этот, уж не знаю, как он называется, прокуратура их, в отделении, сказал: «Режьте, жгите, делайте что угодно, но я не буду ее арестовывать». «Значит, тебя только вера крепит?» «Только вера, только вера». «А люди?» «Люди разные. Есть плохие, есть хорошие. И мысли у них разные. А надо больше о хорошем думать. И хорошее не за горами». «Враг у нас на левом плече сидит, а ангел на правом. И у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери». Матрона Московская.
И у Матроны, и у Ванги были свои, никому непонятные способы работы с энергетическим информационным полем. Люди ходили с ней, с кусочка сахара, который ты перед этим ночью спал на этой подподушке. И этот кусочек сахара она брала в руки и говорила об этом человеке. Да, иногда, не иногда, а постоянно называла, да, и как зовут этого человека. Мужчина ли, женщина ли, с чем он страдает. Все болезни, с чем лечится этого человека. Матрона просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она ломала их на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Матрона, она, к сожалению, даже не имела своего угла. Она скиталась по людям. И вот она вот даже счастливо избегала ареста, не только потому, что она не хотела быть арестована, а потому, что она еще отводила неприятности от тех людей, которые ее приютили. О возможном аресте успела Матрона предупредить и Зинаиду Жданову. Сказала, на нас большая напасть идет, надо молиться Богу. Зинаида помолилась, старицу Матрону к дальним родственникам перевезла, а сама, вопреки запретам, домой вернулась. На следующий день ее арестовали. Колыма, 40 градусов мороза, вывели нас за лагерь. И первые пятерки, которые были, положили их на землю и облили ледяной водой, замораживать. Собаки, которые караулили лагерь, бросились облизывать этих людей. Выжила я чудом. Помолись там, матушке. Я осталась в пятерке, которые вот они отобрали, а я осталась. Россия, Тульская губерния, 24 июня 1898 года. В 17 лет слепую Матрону парализовало, отказали ноги. Лишившись возможности ходить, Матрона, тем не менее, смогла поставить на ноги многих. Вот мама моя, ей было годик, имеет не весь ножки, она лежала. Ну вот приехала Матронушка из Москвы в Себино. Ну тут сказали, Матрон приехал. Ну вот бабуля моя, значит, побежала сразу к ней с мамой. Ну вот принесла бабуля моя маму мою маленькую. И она почитала, долго читала над ней, и она уснула на руках. Вот она и положила в эту люльку, и она спала. Спала, а потом просыпается и прям хватается веревочки и встала. Жители села Себино часто вспоминали, как однажды к дому Матроны полз на четвереньках парализованный мужчина. 4 километра по пыльной дороге. В дом вполз, а обратно на ногах вышел. Матрона помогла. И Ванга, и Матрона любили молиться, любили находиться на службе, заходить в церковь. Самое интересное, что Матрона любила сидеть у левой солеи, а Ванга у правой солеи. Тоже очень интересно, понимаете, настолько похожи и схожи судьбы их. Бесы заселили людей, как свои дома. Видишь демонстрацию на улице? Закрой окна и двери. Это слуги дьявола празднуют победу 1 мая. Матрона Московская. Матрона отчитывала молитвами и прихожан, одержимых бесами. Эта борьба за души людей отбирала много здоровья. Матрона часто и подолгу болела. Одна из самых страшных болезней человечества – это болезни, которые работают в душе, а не в теле. Сегодня в России около 2500 сект, из них 300 особо опасны, тоталитарны. Их рассвет пришелся на конец 80-х, когда на волне перестройки и гласности героями телеэкранов стали экстрасенсы, маги, колдуны. Ванга считала их лжепророками последнего времени, как об этом говорится в Библии. Чумак, Гробовой, Кашпировский, Тамара Глоба. Все земные, все мы земные. Сегодня ты,
Завтра я, послезавтра он. И пусть даже голову не морочит. С жизнью все родятся. Так-то вот. Ты много знаешь, тебе многое дано, но этого ты не сможешь. Гробовой вошел, и Ванга говорит: а, это ты, о котором ты, говорят, что ты человек рентген. Слаб ты, слаб. Читай-ка ты лошади Библию. И Гробовой сказал, что он может очень точно диагностировать людей, что он может воскрешать людей. И Ванга говорит: ну давай, попробуем сейчас. Посмотрел на нее и говорит на девочку: пусть попьет зверобой, у нее пройдут и кишки, и желудок. Ванга, когда услышала этот диагноз, она возмутилась до глубины души и сказала, она не... Какие кишки? Какой желудок? У нее рак мозга с метастазами по всему телу. Она через 2-3 дня умрет. Ты умрешь! Да умрет. Пойми ты, умрет. Ванга больше страшен. Должна вам сказать, что гнев Ванги был страшен. И она выгнала его, как паршивую собаку. Но после того, как она его выгнала, она пошла купаться. Представляете? Искупать. Настолько было ей противно общение с этим человеком. А мне сказала: ты никогда не будешь больше не общайся с этим человеком. Он больной на голову человек. Он преступник. Не заставляйте себя ничего не думать. Не будьте помощниками. Плывите по течению. Ванга казвыше. Ванга говорила, что ее дар дан ей Богом, что это не ремесло, которому она может научить кого-то. Это не передается по наследству. Бог сам решит, сам выберет, кому исцелять и пророчествовать. Для чуда нужен чудовидец. Для чуда нужно вдохновение, чтобы его увидеть и осознать, и оценить. Чудеса происходят, как правило, на грани верия и неверия. Чудеса чаще происходят, когда люди еще не полностью, не органически вошли в церковь, а где-то такое на пороге еще топчутся. В начале 50-х, когда Зинаида Жданова по сфабрикованному делу отбывала срок на Колыме, количество заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа било все рекорды – 2,5 миллиона. 26 мая 1947 года в СССР отменили смертную казнь. Но заключенные продолжали умирать. Своей смертью. От холода, голода и издевательств. Оставалось только молиться и уповать на чудо. Маленький был катер. У нас было 7 человек. И вдруг наклоняется... военный парень в трюм и кричит: кто из вас есть верующие, молитесь, катер тонет, сейчас мы утонем, берега не видно. Я стала просить матушку, вода уже до колена мне дошла, и вдруг этот же красноармеец открывает и говорит: чудо, чудо, теперь я верю в чудо. В одну секунду этот катер к берегу пристал, он скорее выскакивает, скорее. Мы выскочили, и катер буль-буль на наших глазах оказался под водой. Вот так матушка меня спасла. Тогда на пересылках Зинаида Жданова еще не придавала особого значения вещим словам Матроны. Доживешь до 100 лет и напишешь книгу обо мне. Обязательно напишешь. В мае этого года Зинаиде Ждановой исполнился 91 год. Ее книгой «Житие и чудеса блаженной старицы Матроны» зачитываются тысячи православных верующих. Болгария, София. 1 августа 1986 года. Солнечная Болгария. Ее еще называли 16-й республикой СССР. Артисты, поэты, писатели, музыканты, спортсмены. Практически все побывали в Болгарии. Я был у Ванги в 86 году. Я был тогда сотрудником Министерства иностранных дел.
СССР. И мы поговорили о политике. Она старалась не касаться глубин, но она сказала, что ключевой год будет 1991. Я запомнил это. 1991. И действительно, этот город стал трагическим для судьбы мира и для судьбы СССР. Когда я приехала к ней, у меня было первое ощущение, было очень тяжелое в том смысле, что это маленькая, абсолютно темная комнатка, нищая. Богуславской объяснили, что у Ванги желательно появиться не позднее 7 утра. В это время самое яркое проявление ее дара. Громадная толпа людей уже ждут во дворе, в этом хилом, перед этой чебаркой дворике. Приходит к нему, к ней женщина, и она ей сразу говорит: от дверей, ты зачем пришла? Ты хочешь узнать, где твоя сестра спрятала деньги? Так вот, я тебе не скажу, где она спрятала, потому что ты не ходила к ней, пока она умирала, и ни разу не была, не позаботилась. А теперь ты хочешь отсудить комнату и взять деньги. Уходи. Не важно как, но важно, что ничего не касаясь, ни без всякого сахара, без всяких соприкосновений с людьми, она могла выйти на крыльцо и убрать 90% тех, которые корыстно хотели ею воспользоваться. Наталья Леонова, дочь знаменитого писателя Леонида Леонова, который помог Богуславской приехать к Ванге, вспоминает. Когда там были, сидел молодой человек. Ванга повернулась к нему и говорит: а как ты поедешь? Это из Петрича, по горам. У тебя же тормоза не работают. Он выскочил, как шпарин, побежал чинить. Действительно, тормоза были сломаны. Ну, фактически, она спасла его жизнь. Однажды Ванга попросила своих знакомых съездить в Советский Союз и разыскать там конкретного человека. Прошло полгода. Я прям на пол на этот ковер сел, на корточке, она руку взяла мою и начала говорить. Первое предсказание «станешь президентом Калмыкии» исполнилось через год, в 93-м. Второе откровение Ванги: в степи возведешь храм. И вот она, обитель просвещенных монахов, главный буддийский храмовый комплекс Калмыкии. И еще Ванга точно указала на карте, где искать калмыцкую нефть, где скрыты газовые месторождения. И только одно предсказание: будешь сидеть сразу на двух президентских креслах, озадачила Илюмжинова. 24 ноября 95 года, ровно через полгода, в Париже единогласно вот, делегаты 165 стран мира вот, избирают единогласно вот, меня президентом Всемирной шахматной федерации. По телевидению объявляют, ну, по-болгарскому там все, и вот звонят родственники, бабушки Ванги смеются, говорят, сейчас по телевизору услышали, бабушка говорит: вот я же вам говорила, вот, да, президент. Они подружились. Кирсан Илюмжинов летал к слепой болгарской провидице около 30 раз. Не случайно, наверное, и Господь посылает таких людей, которые вот, видят будущее, где-то уберегают и людей, и человечество. Ну, несут свет, можно сказать. Все-таки полезно иногда заглядывать как бы в будущее, чтобы вот, не натворить, не дай Бог, что-то ужасное. Болгария, София, 11 августа 1996 года. Это было последнее утро в ее жизни. По просьбе Ванги ее племянница Анна размочила в воде кусочек церковной просфоры. Ванга проглотила хлеб и сделала глоток воды. Через час она стала задыхаться. Врачи решили сделать разрез в горле, чтобы вставить в трахею трубку. Но как только поднесли к горлу скальпель, в больнице погас свет. Аппаратура жизнеобеспечения отключилась. Сердце знаменитой Ванги остановилось в 10 часов 10 минут. Это время смерти и было предсказано самой Вангой.
родной человек, вроде бы умер он, да, вот, а он присутствует. Вот, то есть всегда как бы вот я чувствую, что она где-то рядом смотрит, подсказывает. Ну, это очень такое личное, да, личное. Ее похоронили в Рупите, у стен храма Святой Петки, построенного на личные сбережения болгарской провидицы. Организм крещенных людей, он обладает великой, прозорливой и самоочищающей силой. И народ решает, как быть и что делать. Но не сразу, понимаете, и не все. Вот Матрону ведь не сразу канонизировали. Священ вначале долго раскачивалась, решала, обсуждала и сомневалась. Я мысленной ночью во волю Божию презираю, радость ослепоствующих, он помудрит субъекта святого посрамляю. Пред престолом Божиим предстоящее, телом же на земли почивающий, и данную те свыше благодатью различные чудеса источающие. А сейчас святейший пришел к ней на поклон. Не сразу, но прошло 50 лет. С Вандой прошло меньше. Привлекала ли она людей к церкви? Много ли после нее ходили, шли сразу в церковь? Не знаю. Баба Ванга была одно откровение. Баба Ванга была как откровение, как и каждый человек на этой земле. Я скоро 30 лет как священник. В годы пренебрежительного отношения к церкви она смело исповедовала свою веру. Этот храм Святой Богородицы был ее любимым храмом. В этом храме она была восприемницей, крестила сотни людей, христиан. Я, как священник, помню, с каким трепетом готовилась она к таинству крещения. Когда открыли, осветили церковь, все кричали «Браво!», слетелся народ, как пчелы. А я-то как радовалась. Над нами Господь. Пусть молится, чтобы дал он народу милость, дал радость. Я эту церковь построила, чтобы Бога порадовать. СССР, Москва, 30 апреля 1952 года. Перед смертью пришел исповедовать Матрону отец Дмитрий, а она все волнуется, правильно ли сложила ножки и ручки. Отец Дмитрий спросил: «Матушка, да вы неужели и вы боитесь смерти?» Ответила: «Боюсь». Последнее предсказание Матроны. На могилку ко мне мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, запустеет моя могилка. Но через много лет люди узнают обо мне и пойдут толпами. И будут просить помолиться о них перед Господом Богом. И всем я буду помогать, и всех услышу. Представилась Матрона 2 мая 1952 года, как за 3 дня до своей смерти и предсказывала. Отпевали ее в церкви Ризоположения, а похоронили на Даниловском кладбище. Она говорила тем чадам своим, которые приходили к ней, что вы держитесь за мою пяточку, и я выведу вас за собой к Богу. Именно эта пяточка, полностью, совершенно нетленная, совершенно целенькая, сохранилась с того момента, как блаженную старицу Матрону в 1952 году похоронили.
Россия, Москва, 1 мая 1994 года. Теперь уже на могиле Матроны стали происходить чудеса. Тысячи чудес. 4 года у диакона из Тверской области отца Александра Скачкова была парализована нога. По научению монаха из Оптиной пустыни приехал отец Александр в Москву на могилку к Матроне. 3 дня провел в молитвах, а потом выбросил костыли и пошел лишь слегка прихрамывая. Народ православный стал проникать на кладбище. Я помню, был мокрый снег, слякоть, довольно прохладно было, холодно, ветер какой-то был. И вот несмотря на все это, вот все это число людей не просто стояло сторонними наблюдателями, но, вы знаете, на протяжении, наверное, около 5-6 часов все эти люди стояли и молились. Я сразу же почувствовал, что мы обрели останки, или правильнее уже теперь надо сказать, мощи святого человека. Мая 1999 года в Москве состоялся чин канонизации блаженной старицы Матроны, подвижницы благочестия 20 века. Тысячи православных россиян поклоняются теперь и иконам святой Матроны Московской, а краки с мощами святой праведной нескончаем людской поток. Матрона Московская не просто обрела свой храм. Благодаря ей поднялся из руин, реставрируется и живет своей жизнью женский Покровский монастырь. Мировая история знает более 300 имен ясновидцев и предсказателей. Но нам посчастливилось жить рядом с ними, Вангой и Матроной Московской. Их дар неизменно будет вызывать интерес и восхищение, а также недоумение и желание понять, как могли они видеть, не видя, трактовать прошлое и предсказывать будущее в нашем жестоком 20 веке. Такой дар дается только избранным, тем, кто сумел заслужить его, кто творит и приумножает добро. Их удивительные способности – яркий пример святого зрения души. Вселенная так устроена, что не только сама она бессмертна, но бессмертны и ее части в виде живых, блаженных существ. Нет начала и конца Вселенной, нет начала и конца также жизни и ее блаженства. Константин Эдуардович Циолковский.